Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, Лига Мастеров, 2 звездочки. То есть меня забросили, получается. Ну да, ранг 73. Погоди секундочку. Зачем я сразу пошел в бой, если у меня даже ни одного, один откат есть? Это полная чушь. С одним откатом я здесь ничего не сделаю. Так, у нас, кстати, есть баксы. Но баксы мы тратим вот сюда. 79 долларов. Мало. Очень мало. Так, пройдите серию испытаний. Так, серия испытаний. Давай, наверное, забежим сюда и возьмем следующих персонажей. Это будет у нас кожеголовый. Так, пускай будет Крэнк, Шреддер плюс Усаги. И, наверное, возьму наших маленьких маузеров. Ну что, Рокстеди, сейчас будешь получать у меня по башке. Раз. Ать, я такой раз, думаю, а где вторая-то атака? Слушай, ну тут можно двойную атаку влепить. Хотя, наверное, лучше бы надо было массовую лупануть и все. Было бы у нас шикарно. Ну, добьешь? Добил. Так, этого запечатали. И добиваем. Переходим с собой плавненько на вторую волну. Ну, здесь лучше всего применять массовую атаку. Пускай это будет Супер Шреддер. Такс. Давай училку добьем. И теперь нам надо добить красиво. Все, ребята, получилось очень даже неплохо. Забомбили и двигаемся тогда дальше. Здесь заберем наши награды и пойдем уже тогда искать для маузеров. Подожди, а для маузеров нам ничего не надо искать. У нас маузер все, ребят, прокачаны до 6 ступени все скиллы. А мы хотели кого прокачать? Мы хотели Рафаэля. Рафаэля, который у нас... Так, найди бы его еще. Все время куда-то он спрячется от меня, и я его ищу тут по полчаса. Рафаэль ролевой мне нужен. Вот мы его начинаем. Да ё-моё. Так, здесь нету. 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 Вот он. Так, для того 4 геймпада, да, значит, надо. Поехали искать. Ну, с геймпадами вечно такая проблема, что фиг ты их найдешь. Так, это у нас уже 2 есть. Нам нужно 4. И последний, пожалуйста, дайте мне геймпадик. Есть. Геймпады обнаружены. Так, теперь 10 ящиков с инструментами. Ну, ящики у нас ищутся полегче. Намного. Второй. Так, третий. Четвертый. Ну, давай 5 ящиков найдем, наверное, и хорош на этом. Все, 5 ящиков нашли. Пойдем забирать награды. И остается у нас только лишь поднять уровень персонажа. Это мы сделаем уже после лиги. Так, здесь я хотел, ребята, поиграть в союзники. Нам нужны тоже все-таки элементы. Я считаю, что глупо их как бы профукивать. Так что поехали. 3 волны. Ну давай бросим бомбочку для начала. Попробую сейчас морозилку ушатать. Замечательно. Так, теперь бы Макмана как-то нахлобучить. Но мы ему атаку понизили. Пулеметная дробь. Солидно. А здесь у нас Эйприл, Мондагека плюс... Кейси Джонс. Так, броню понизили. Эйприл надо валить, потому что сейчас будет отхилять. А нам это как бы не с руки. Теперь попробую, наверное... Ага. Ну, Кейси уже не жилец. Это тоже ничего не сможет сделать. И последняя, заключительная, третья волна.
блокирую сразу, наверное. Не то, что блокирую, я его просто уронил. Так, понижение меткости. Давай тогда еще ракетами бомбанем. Ушатаешь? Нет, змея карай. Слабовато, конечно, слабовато. А вот Ванька хорош. Ванька у нас силач. Бамс. Ну вот и все. А здесь мы прошли. Теперь остается только лишь получить нужные нам элементы. Так, подожди, я же хочу элементы, говорю. Ноутбук. Вот, эксперт снаряжения. Все, ребят. То, что я хотел, я получил. Теперь переходим сюда и начинаем фармить наши жетоны. Так, Бибуп, 2 ДНК, тут еще 2 доллара к нам выпало и осколки. Все, остальное у нас идет чисто на жетоны. Сколько там у нас? 16 сыра. То есть 5 попыток. Ну и в принципе все. Так, ну получается 375. Нам нужно будет примерно еще столько же, чтобы приобрести 3 ДНК. А теперь идем. Подожди, какое усиление технодрома? Ты что, рейд, совсем что ли? Идем на турнирную арену. Усиление технодрома, ага. Так, до топчика я не знаю. Сегодня вряд ли мы, конечно, доберемся. Хотя, ты знаешь, может быть и получится, но шансы такие маленькие. Первым ходит Армагон. А львиную долю, короче, урона он берет на себя. Сейчас посмотрим. Он просто красавчик, ребят. Тут даже нечего говорить. Просто взял и большую часть армии вражеской уложил. Там остался один черепашонок. Мы его уже потом, как говорится, добили. 62-я позиция. Так, 17-24 у нас есть. И я возьму, наверное, Леонардо. И Зек. Леонардо, блин, а тут 70. Хотя должно хватить. 79 уровень у наших врагов. Если Зек сейчас не оплошает и нормально так урончика подрубит у них, то Леонардо, в принципе, должен, ребята, хорошо с ними справиться. Плохо. Плохо Леонардо справился. Сейчас пойдут клочки по закоулочкам. Так, этот иммунитет вешает. Фу. Ну попробуем. Хотя вряд ли ты его, конечно, ушатаешь. Да тут, по-моему, ничего их не возьмет. Ну хотя бы одного уничтожить. Так, защита. Гасим здесь. И гасим здесь. Слушайте, ребята, очень крупно повезло. Если бы Донателло бы здесь бы бросил бы сюрикены, он бы смог двоих ушатать. Например, вот этого и... Да даже троих. 56 уровня против 79-го. Мы знаем прекрасно их силу. Могли бы расписать нас тут, как по нотам. Но благо этого не получилось. Так, ищем 17-24. Здесь я возьму Кренга и... Кожеголового. Крэнк и Кожеголовый. Довольно сильная команда. Их даже вдвоем, ребята, можно было бы туда отправлять. Но у нас кубки горят, поэтому нам нужны они. А так бы, конечно, они бы их тут расписали вообще без проблем бы. Да, Крэнк? Ага. Ну и тут Кожеголовому просто ветерком дунуть, и они бы упали все. То есть у них здоровье там осталось на микронах. Ну что же, давай мне 40-ю. Дай, пожалуйста, мне 40-ю. 49-ю. Ну это издевательство. Это самое настоящее издевательство. 49-ю позицию он мне дает. Хоть бы не смешило, а. Ну что же, Бакстер. Нет, первым ходит в майке.
Первым ходит Майки, потом у нас идет Слэш. Потом Бакстер. И Донни на добивку. Обалденно. По инициативе просто вынесли их всех. Чё-то я думал, что мы быстро с тобой доберемся. Они мне дают по 8 всего лишь кубков. Чё за дела-то, эй? С какого перепуга так мало даете мне энергии? Так, подожди, вообще-то надо было действительно взять маузеров. Очень интересно. Прям. Так, что за день недели? Сейчас глянем. Так, ребят. ВС. Воскресенье, что ли? Сегодня уже воскресенье? Да. Вот так, ребята, живешь-живешь. И даже не знаешь, что сегодня, блин, воскресенье. А у меня в голове еще будни. Да. Так, ну что, какое там место мы зарабатываем? 30-е, нормально. Так, не, давай мне 24. Хорош вот подкалывает. Так, вот, ну тут майки нет, мы обновляем. Я не хочу с майки брать ничего. А вот здесь, пожалуй-ка, можно будет. И возьму Ваньки плюс Усаги. Раз, два, три. Так, это если сегодня воскресенье, получается, что мне на работу во вторник. Угу. Понятно. Во вторник еще более-менее, потому что понедельник день тяжелый. Не очень люблю я понедельники. Нет, я люблю понедельник только когда он выпадает на выходной. Тогда мне как бы все равно. В принципе, да. Этот понедельник нам выпадает на выходной. Ну что, 25... Очень медленно, ребята, что-то движемся прям, я не знаю. Завтра у нас, получается, тогда будет буст. Подожди, какой завтра-то? А чё я торможу-то? Воскресенье только наступило. Твою налево, я по часам-то смотрю, воскресенье, а у меня сегодня выходной. В понедельник, ребята, у меня будет работа. Ну, первый работа. Фу! И с утра еще к тому же, ё-моё. Я что-то думал, что воскресенье, а я смотрю по часам уже час ночи. Да. Тогда фигово. Тогда фигово. Так, ну что, я возьму, наверное, тогда Кренга здесь. Раз, два, три, четыре. Попробуем такими вот отрядами здесь потихоньку-потихоньку пробиваться. Да просто неохота идти рекламу смотреть, но, видимо, придется. Видимо, друзья, придется идти смотреть ее, потому что, ну, не хватит у меня. Я если даже до Лиги Мастеров 3 звезды доберусь. Ну, хорош. На тебе, ой. Что-то фокус не сработал. Ну-ка. А если вот так? Есть. Джастин, молодец, уничтожил. А эти кролики, они были, ребята, под уклонением. Поэтому я по ним и попадать не мог. 11 место. Есть еще у нас? Нету у нас ничего. Ладно, возьмем тогда Кренга и Супер Шреддера. Раз, два, три. Да, придется рекламу смотреть, чтобы заработать хотя бы на 5 поединков. Банзай. Угу. Так, и давай добивать. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, друзья, неплохо. Ну, да ёк-макарёк, ну вы серьезно, ну не дают они мне, не дают они мне возвышения. Так, Армагон плюс Зек. И один откат. Ну, короче, после этого поединка я иду, ребят, смотреть рекламу.
Для того, чтобы получить 10 откатов. Хорошо, вот здесь вот очень хорошо, ребят, отнял здоровье он. И Армагону, конечно же, будет проще их нахлобучить. Ну, как бы так. Вот сейчас мы перейдем с тобой в Лигу Мастеров. 92-я позиция, плюс 5 поединков. Но я думаю, где-то будет 70-я, 60-я позиция. Да, ребят. Ну что, сейчас увидимся тогда. Да, друзья, целый час я пытаюсь забрать последнюю вот эту вот рекламу, и у меня ничего не получается. Ладно, 9 откатов у нас есть, так что давай мы хотя бы их отыграем. Так, 94-я позиция. Так, 17-24 у нас есть. Возьмем, наверное, Крэнга. И можно, в принципе, взять Усаги. Так, Крэнг, Усаги, и вместе с ними пойдут... Раз, два, три. Вот так вот. Ну, другого, ребят, варианта просто не было. Я уже запарился там щелкать. Я уже и выходил, и перезаходил уже в игру. И 300 раз щелкал. Ничего не получается. Я не понимаю, почему именно вот последняя реклама просто не захотела мне даваться. Так, ну ладно. В любом случае, мы с тобой перейдем на Лигу Мастеров 3 звезды. Позиция будет... Ну, я не знаю, наверное, где-то... Наверное, 70-е. Это в лучшем случае. А, так мы уже в Лиге Мастеров 3 звезды. Тут я уже забыл, что мы находим. Так, ну тогда, наверное, будет 50-е. Это в лучшем случае, ребят. Так, ну раз мы с тобой отыграть всех не сможем, давай тогда не будем туда идти в самый хвост, а сыграем здесь. Я пока, ребят, тут ждал эти рекламы, я уже Юрский парк загрузил, посмотрел, будет вылетать, нет, вроде бы пока не вылетает. Оно у меня сейчас открыто в соседнем окне. Плюс открыл Shadow Fight 2, тут же Shadow Fight 3, тут же еще Shadow Fight Arena. Не знаю, буду ли я сегодня играть. Ну, просто, ребята, от нечего делать. Просто прогрузил их. Там как раз обновления были и позагружал немножечко. Вот. Так что, наверное, в ближайшее время, в ближайший месяц будем, наверное, играть. А сегодня я еще хотел поиграть в Iron Harvest, но это на втором канале, друзья. Вот. Пройти, может быть, еще один уровень. И, скорее всего... Начну проходить очередную миссию. Тихо. Очередную миссию буду проходить уже для Frostpunk. Вчера я прошел. Как говорится, эти цветочки мы сохранили. Сегодня будет что-нибудь другое. Там у нас беженцы, по-моему, называется часть. Так, 17-24. Ну, давай возьмем вот это вот. Мне не нравится только, что здесь Хан. У него очень большая инициатива. Нам как-то нужно ее переплюнуть, потому что если он бомбанет... Хотя 70-ников он пробить не сможет. Ну, максимум звезданет, отнимет немножко хп. А потом уже Армагон, как говорится, и Крэнг его размажут. Ну вот, смотри, что он там делает. Фу! В плане 70-го уровня. Как он мог 70-го уровня Паукуса вырубить с одной плюхи, ребят? Да что за фигня происходит? Там разница всего на 9 уровней. Да как так-то? Я вообще на это не рассчитывал. Зашибись. Офигеть, ребята. Да, вот это вот называется косяк. Ну и что я сделаю здесь? У меня один откат, ребят. Что я могу здесь сделать? Я не знаю. Взял супер шреддера, ну и вот так вот попробуем. Ну это фигня все. Здесь, наверное, только и выживет, что супер шреддер. Потому что вот этого, если мы не завалим, он захиляет всю команду. А мы его не завалили. Сейчас начнется. Так, выстрел. Плюс супер удар.
А слушай, а может быть, да, удачно получилось. Ну что ж, давай смотреть, какая у нас позиция, и уже будем закругляться, по идее. Полтинник дадут мне? 46-я. Ну все, ребят, вроде бы нормально. Так, теперь мне нужен список. Посмотрим, сколько. О, 37 тысяч мутагена, поэтому кролики у нас прокачиваются на 94-й уровень. Так, мутагена у нас 10 тысяч. А здесь забираем остатки наград наших. И... так, сколько у меня пиццы? Пиццы вообще осталось. Смогу ли я дальше прокачивать наших... так, Рафаэльчик, давай-ка мы посмотрим. 5 ящиков с инструментами, да, нужно? Один есть. Второй. Третий и последняя попытка. 4 ящика, все, ребят. Пятого, к сожалению, пока не нашли. Не хватило у нас пиццы. Ну что, друзья, на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.